Якутская городская дума является представительным органом местного самоуправления, обладающим правом законодательной инициативы республиканского уровня. Согласно уставу города, городская дума наделена целым рядом полномочий. Это принятие бюджета города, внесение в него изменений, установление изменений и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством, принятие планов, программ комплексного социально-экономического развития города, принятие решения о назначении местного референдума и многое другое. Еще одна из форм участия граждан в местном самоуправлении – обращение. Граждане имеют право на индивидуальное или коллективное обращение. В 2022 году Якутская городская дума будет отмечать свое 200-летие. В далеком 1822 году в результате сибирской реформы Михаила Спиранского в нашем городе появились впервые городская общая и шестигласные думы. За 200 лет неизменным остается одно – это взаимодействие депутатов и местной администрации. Потому что только благодаря совместной работе, исходя из общих интересов населения, можно сделать жизнь горожан комфортнее, достойнее и лучше. Якутская городская дума за минувший год провела 12 сессий. Было принято 97 нормативно-правовых актов, постоянными комиссиями проведено 103 заседания, рассмотрено 311 вопросов, прошли 2 депутатских слушания и 2 круглых стола. Якутская городская дума утвердила стратегию социально-экономического развития Якутска на период до 2032 года в новой редакции. Также мы утвердили в новой редакции положение о взаимодействии Якутской городской думы и окружной администрации города Якутска. В Якутской городской думе работают 9 постоянных комиссий. По бюджетно-экономической политике, городскому хозяйству и экологии, градостроительству и архитектуре, имущественным и земельным отношениям, по социальной политике и другие. В течение минувшего отчетного года Якутская городская дума рассмотрела вопросы внесения изменений в бюджет. При этом следует отметить, что бюджеты 2019 и 2020 годов сохранили социальную направленность. Среди депутатов Якутской городской думы 4 врача. Уважаемые горожане, сегодня мы оказались в сложной ситуации. Главное сейчас всем оставаться дома для вашей безопасности и безопасности ваших близких. Оставаясь дома, вы помогаете нам, врачам города. Депутаты Якутской городской думы готовы ответить на все ваши вопросы о местном самоуправлении. Сейчас в целях безопасности общение с избирателями идет через аккаунты в социальных сетях и через аппарат городской думы. Уважаемые избиратели, вместе мы можем многое!